23 февраля, в День защитников Отечества, в сквере 40 лет Победы состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. В мероприятии приняли участие представители администрации, общественных объединений, политических партий, патриотических клубов, кадеты, школьники и студенты. Собравшихся с праздником поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. День защитника Отечества – это праздник, который не только по традиции, но и по праву отмечается всенародно всей нашей страной. В этом празднике чувство уважения доблестным защитникам России, благодарность нашим дорогим ветеранам войны, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признание героических заслуг перед Родиной. Мы видим, как не просто складывается обстановка в мире. И сегодня, в трудное для нашей страны время, в зоне проведения специальной военной операции находится более 700 жителей Славянского района. Мы верим в наших солдат и офицеров, в их высокий профессионализм, мужество и надежность в решении самых сложных задач. Мы всей душой желаем скорейшей победы нашим воинам, которые отстаивают национальные интересы России и защищают нас с вами. Я поздравляю с праздником всех защитников Отечества, военнослужащих, ветеранов войны и вооруженных сил, всех вас, уважаемые земляки, всех жителей Славянского района. Спасибо за службу и труд на своем посту, в своей деятельности. Крепкого вам здоровья и благополучия. Мира и еще раз мира. День защитников Отечества – это праздник отваги, верности и чести, подлинной любви к Родине. В этот день мы даем дань уважения смелым и сильным духом людям, тем, кто посвятил себя защите Отечества, ветеранам, отстоявшим нашу страну в боях, солдатам и офицерам воинских подразделений, нашим землякам, кто честно несет боевое дежурство в разных регионах России и за ее пределами. В память о всех погибших защитниках Отечества участники митинга возложили цветы к вечному огню, памятникам и мемориалам.